Всем привет, друзья, с вами Гиллер. Сегодня будет гайд о Глускине, собственно, как вы и просили вчера. Собственно, и приступим. Вот. Что тут делать? Собственно, вот там наш Глускин сейчас выйдет. Братан, ты где? Его можно даже сразу приманить, чтобы не выжидать его. Но он в любом случае придет сюда. Он нас палил. Дайте погромче звуки сделать. Ну, чуть-чуть еще. Вот, он бежит за нами. То есть, знаете, делаем так, чтобы мы его, считай, так обманули. Вот, то есть, добегает он до края стола, и мы его, грубо говоря, так на... Ну, короче, обманываем. И все, собственно. Так от него мы и убегаем. Здесь вообще все, в принципе, легко, и даже утруждаться не надо. Кстати, к вам по скрипту пропадает, и здесь дверь закрывается даже вроде как. Да. Ладно, погнали дальше. Итак, ребята, вот здесь, после пилы, где он нас забирал, то есть, маним его вот сюда, вот именно, чтобы он дошел до стола, чтобы он не пошел за нами обратно, то есть, и таким образом он бы нас догнал, а так он нас не догоняет, и все четко. Да, все нормально, мы спокойно, ой, залагало. Ладно, погнали дальше. Итак, ребята. Самый сложный момент с Глускиным, где, собственно, задолбался с ним. Задолбался, да, вот так вот таким голосом скажу. Это вот здесь. То есть, где мы берем ключ, где нас оскорбляют. Вообще жестко. То есть, собственно, что мы делаем? Мы. Ну, как всегда, я сравниваю на психи. Что мы делаем? Мы отодвигаем эту хрень, не бежим налево, то есть. Мы бежим вот сюда, желательно закрываем нафиг дверь и вот прячемся под этот столик вообще быстро. И вот сидим так. И выжидаем. Если он пойдет к нам в нашу сторону, то мы... Я вам сейчас скажу, что делать. Вот. Он, то есть, ушел туда. И мы удираем так. То есть, вот так вот. Итак, ребята, второй способ. То есть, не второй способ, а... Такой же способ, только если Глускин пойдет в вашу сторону. Что делать? Я надеюсь, сейчас он пойдет в мою сторону. Я так надеюсь. Да, видите, он пошел в мою сторону, потому что дверь была открыта. Вот, видите, я так вот спрятался. Он меня в любом случае не нашел. Он пошел туда. А может он пойти туда. Но если он пошел туда, выжидаем его еще раз. То есть у меня такое было же на DLC. Мы никуда не идем. Просто ждем его. Он вроде уходит. Ой, идет к нам опять. Но сейчас он должен уйти туда. То есть в ту сторону. Ну, Эдюшка, давай быстрее, не тяни кота за яйца. Ну же, давай. Я тебя жду. И подписчики мои ждут. Ну, Эдюшка, давай быстрее. О, перепрыгнул стол. Заходи сюда. И, собственно, он уходит туда. А мы пока что удираем так. Он даже нас не спалил. Как-то так, ребята. В принципе, на этом все, как бы. То, что вы просили, я снял. Да, все, ребята. Всем спасибо за просмотр, ребята. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите идеи, что можно снять в Outlast. Кстати, да, вот у меня есть уже идейки, что можно снять кроме Outlast. Тоже хоррор. В общем, ждите, пишите идеи, подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Подписывайтесь на группу ВКонтакте. Всем пока-пока-пока-пока.